Как вы понимаете, это шпинель. Почти 2000 долларов бесплатная доставка. Ну, ясно, красная, еще бы доставка была платная. Но факт тот, что, смотрите, вот это розовая, красная, есть даже немного оранжевая, шпинель. Вот такая цена ей. Но я хочу сказать, что по правде они, конечно, цену загнули чересчур. На самом деле, конечно, не столько стоит. Хотя, кто знает, надо посмотреть, в каком размере эти бусины. Если они большие, где-то примерно сантиметров 10 в округе, то да, вполне возможно, что это будет такая цена. Угу, you're welcome. И обычный русский змеевик 36 долларов тоже нить стоит. Ну, наверное, 16 инчес. Бусины, наверное, большие, где-то примерно, наверное, 20 миллиметров в длину, и так где-то 15. Ну, тем не менее, смотри, 36 долларов. Вот обычный змеевик. Видите, русский змеевик. Ну, такие у нас здесь цены. А это мой любимый сайт, из которого я покупаю камни. И смотрите, сколько стоит джадеит. Почти 50 долларов в нить. 8 инчес всего лишь навсего. Это 25 бусин. Смотрите. Вот такие цены. Жадеит тонированный. Да, это написано. 31 доллар. Мультинатуральный. Этот немного подешевле уже. Ну и размер, естественно. Да, видите, 8 миллиметров. Здесь 16 инчес. Как бы уже большая нить. 24 доллара. Но по качеству, очевидно, не очень. Если мы вернемся сюда, то мы видим, что здесь чистый такой, нежно-нежно голубой, да, жадеит. Вот этот 25 мульти. Ну и разные камни на этом сайте вот мы можем посмотреть, начиная из агата. И заканчивая цирконом. Ну, давайте мы глянем топаз. Или правильнее говорить топаз. Ударение надо ставить на последнюю букву. 129 долларов. Читаем. Видите, написано irritated. Это говорит о том, что облученный камень. Вот написано здесь с этой стороны розовый катет. Это говорит о том, что он покрытый чем-то там. Или heated, если они пишут. Heated – это нагретый, поддавался нагреванию. Или облучению. Это тоже меняет цвет. Видите, такой голубенький. Или розовый, или вот как бы такой. Это тоже покрытие идет. Переливающий. Вот видите, все эти цвета, это... Они красивые, да. Но не поддавались уже облучению или нагреванию. Итак, где же у нас натуральный? Вот смотрите, цены 55, уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. А натуральные цены у нас будут в начале. Вот Sky Blue Topaz тоже, видите, тоже поддавался облучению. Вот натуральный топаз, вот написано Natural. 42 доллара. Это всего лишь 20 этих бусин. Тоже. Видите, натуральный белый. Вот это белый, это натуральный. А голубенький, это не натуральный. Ну, в смысле, это натуральный камень, но он поддавался облучению. А это уже натуральный идет, видите? 29, 28, 30 долларов. Давайте посмотрим агаты. Вот нам открываются... Агаты, вот тем не менее, смотрите, крашеный агат 98 долларов, тем не менее, 10 бусин. Ну да, бусины большие, но тем не менее, видите, окрашенный. В розовый цвет тоже окрашенный агат, но стоит, извините меня. Вот это белый натуральный агат, тоже 109 долларов. Дальше. Вот Blue Lace агат,
натуральный 78. Ну, это большие, конечно, камни. Очень много окрашенных. Очень много. Но чтобы найти натуральный, посмотреть, мы смотрим. Видите, все написано. И здесь мы уже можем наблюдать, что есть. Вот Ботсвана агат. В цене $45. 14 миллиметров. Ну, это большие бусины и хорошая нить. Вот такие цены. Видите, $40. Такие. Вот очень интересный агат, на что я хотела вас обратить внимание. Смотрите, вот черный агат, полоски, он очень похож на как бы оникс. Я так думаю, что быстрее всего вот этот натуральный оникс, смотрите, видите, натуральный, вот такой он есть, не окрашенный, потому что оникс красят, ведь он же не есть натуральный, там как зеленый, черный. А это, мне кажется, быстрее всего вот именно тот самый, что ни на есть, натуральный. Видите, стоит он $38, это 10 миллиметров. Есть, по-моему, где-то и 12 я видела. Ну, вот такие цены. Вы видите, что да, действительно, натуральный агат, он копейки не стоит. Ну и в заключение хочу показать бирюза. Это кто любители? А любителей очень много бирюзы, поэтому... Смотрите, $845 натуральная. Смотрите, считаем. Натуральная бирюза. Это нить 15-16 инчес. Как бы большая, на шейку хватит. Но бусины 6 миллиметров. Далее, натуральная, натуральная. Дальше идет, смотрите, крашеная и облученная. Видите, написано Diet Stabilized. Это $302. Тем не менее, она стоит таких денег больших. Нить тоже как бы большая. Потом дальше, 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 200, 240, вы видите тоже, это все дальше пошла бирюза, крашеная, тонированная, как нужно, ну, правильно, как говорят, тонированная бирюза. А вот, пожалуйста, вам натуральная, 195, всего лишь 12 этих капелек. Далее, тоже натуральная, две бусины, всего лишь две бусины. 8 миллиметров, $185. Вот две бусины, понимаете, да? Вот это натуральная бирюза. Ну и самая, вот смотрите, какая они тоже красивая. Это облученная бирюза, 155. И самая дешевая, давайте посмотрим. 39,40, тоже натурально написано. Это бусины, сколько там, 7, да, бусин. По твердости 5-6 это бирюза. Далее, ну, дальше цена пошла чуть выше. Ну вот смотрите, вот даже такая бирюза $42. Видите, чипсы совершенно как бы они неприглядно смотрятся, но это натуральная. И более дешевая бирюза, это тоже натуральная, но она окрашена, я не знаю, это может быть, наверное, сорт другой, видите, это цены совсем маленькие, как бы по 8, по $7, и уже пошли как бы дороже. Но вот разный цвет, наверное, я так думаю, что это другое качество бирюзы, может быть, это, ну, понятное, наверное, низкое качество, но тем не менее, вот вы как видите... Вот такая она. Но она цветом красивая, да, это считается тоже как бы бирюза. Ну, такие совсем громадные чипсы есть. $25. Вот, пожалуйста, 26, очень красивая тоже, да? Ну, вот как бы так, вы видите, смотрите. Вот очень красивая цветом. Это все окрашенное и облученное. Ну, хотя вы, как видели, и в как бы дорогой сорт бирюзы тоже окрашенный, облученный, но стоит... за $100. Вот такие цены.